Здравствуйте! Небольшое видео о том, как вязать палантин. Прежде чем приступить к вязанию, нужно определиться, палантин вы будете носить для того, чтобы он вас грел, или как украшение. От этого зависит, какую пряжу вам покупать. Если греться, значит, вам нужна пряжа с добавлением шерсти. Если как декоративный элемент, значит, какая-то другая красивая пряжа. Сейчас ее великое множество. Что такое палантин? Палантин – это широкий шарф. Дальше вы определяетесь, как вы будете его носить. Носить как шаль, набрасывая на плечи, или же каким-то другим образом. Какие варианты, я далее покажу. Дальше подбираем узор и вяжем образец, потому что не каждый узор хорошо смотрится при вязании определенной пряжи. Возможно, вам придется или поменять узор, или сменить пряжу. Следующий момент. Палантин можно просто набросить на плечи, как вот в данном случае показано. Можно носить его, смотрите, набросив на плечи. Здесь продеты шнурки и образовано такое подобие кулиски. Тоже вариант. Можно носить, вот здесь хорошо показано, смотрим, как шарф. На плечи накинуть и застегнуть на пуговицы впереди. Сзади он будет просто по плечам. Лопатки может закрывать, а может наполовину закрывать. Или же вот так. Как имея рукава, как будто бы. Следующий момент. Если вы собираетесь его носить так, значит, нужно сразу определиться с размером, у вас будет рукав длинный или же нет. В данном случае не длинный рукав, а вот на этой модели длинный рукав. Следующий момент. Не все узоры одинаково смотрятся, если вязать, допустим, в одном направлении. В данном случае использовали узор, который нужно вязать в разных направлениях. Об этом показано на схеме. Смотрите, вязание данной модели из центра, и стрелки показывают, что вяжут в противоположном направлении. Значит, вот здесь у нас на спинке будет первоначальная цепочка воздушных петель. В разном направлении вязали, а затем уже обвязали красивой каймой, что на схеме тоже показано. Смотрите, вот здесь кайма. И схема узора для каймы дана. Следующий момент. Если палантин этот будете носить как шрак, и он будет застегиваться, то к нему нужно пришить пуговицы. Пуговицы обязательно пришивают с разных сторон. Потому что, обратите внимание, вот середина, допустим, это шея. Вы набрасываете, эта часть уходит вперед, и эта часть уходит вперед. Если у вас будут с обеих сторон пуговицы, значит, с одной стороны, они окажутся лишними. Именно для этого пуговицы должны быть пришиты с разных сторон. Тогда с одной стороны пуговица, с другой стороны вы их просто застегнете, как показано на данном фото. Размеры. Размеры могут быть самые разные. Например, на данной схеме без каймы предлагают 142 см длиной палантин и 45 см шириной. А на этой схеме без каймы предлагают 134 см и 34 см. Это значительно уже этот палантин. Но фактически он декоративный. Ажурные могут быть узоры, могут быть поплотнее узоры. Самые разные. Это уже в процессе
Вязание можно найти массу вариантов для того, чтобы связать палантин. Но вот прежде чем приступить к вязанию палантина, обязательно продумайте эти тонкости, чтобы потом вам не пришлось его распускать. На этом все. Спасибо за внимание. Урок окончен. Всем приятного вязания!